Центральный банк России сегодня отозвал лицензию Внешпромбанка. Эта финансовая организация имеет отделение в Красноярске и Железногорске. По данным ЦБ, отзыв лицензии произошел из-за того, что банк превысил размер обязательств над собственными активами на 187 миллиардов рублей. Более того, специалисты ЦБ зафиксировали масштабный вывод активов из банка его руководителями. Впрочем, ситуация не стала сегодня сюрпризом для вкладчиков, так как еще 22 декабря ЦБ ввел во Внешпромбанке мораторий. Вклады физических лиц были в системе страхования, и уже с 11 января агентством по страхованию начались выплаты денег.